Седьмое. Одержимость, пакт или союз с дьяволом, или слабость духа, овладение. Как различать пакт с дьяволом и союз с дьяволом? Союз с дьяволом – это совместное вредоносное действие. Странно, Вильгельм, что ты этого не знаешь. А пакт с дьяволом? Это собственное, одиночное действие. Седьмое. Одержимость, пакт или союз с дьяволом, или слабость духа владения считаются одинаково преступными. И в этом случае всеми мерами следует добиваться признания. Кофесус прадикатен абитур, сознавшийся, считается осужденным. Для достижения признания допустимы способы устрашения и орудия испытания. Жонг, шнур, испанский сапог. Испанский сапог, дыба, растягивание на лестнице, кобыла и все иное, что трибунал сочтет, как учит диалектика, допустимым. В борьбе с дьяволом всякое беззаконие законно, и в таких случаях правильно не соблюдать правил. Вильгельм, ты скоро? Маргарет. У Вильгельма еще очень много работы. А тебе нечего делать? Тогда отнеси-ка ты письмо этой старой крысе Бранту. А на словах скажи, что если он не явится к исповеди, то Большой Совет Города даст мне чрезвычайные полномочия. И уж тогда Брант признается в любых грехах. Бранту не в чем каяться, господин Фиртак. Маргарет, каждому есть в чем. Каждому. Сеппи, помоги мне, мальчик. Иди сюда. Только, пожалуйста, осторожнее. Осторожнее. Иди. Иди. Так. Теодор Фишер, хоть твой папаша самый уважаемый органист в нашем городе, а ты еще только учишься и мучаешь весь город своими гаммами на органе, будем надеяться на то, что, может быть, и ты когда-нибудь станешь самым уважаемым органистом в нашем городе. А пока что поиграй к нам на этой вот шарма.
шарманки. Хорошо. Кажется, сегодня твоя очередь. Мельница эта, мальчики мои, досталась мне под веной. Под самой, самой веной. Когда вы на голову разбили самого Сулеймана Пашу? Так точно. Среди трофеев вы захватили мешок с кофе. И пленные турки научили вас варить его. Да. И ругаться так, как не умеет никто в Изельдорфе. Да, ваша правда, мальчики. Сам влиятельнейший князь не гнушается со мной выпить кружечку кофе. Я никогда не видел живого князя. Говорят, когда он приедет, всем детям раздадут по горсти пряников и по одной монете. А когда он уедет, город снова будет есть овсяную болтанку и постную колбасу. У нас замечательный город, мальчики. Замечательный. Ну, хватит, хватит. Лучший во всем Бургенланде. Значит, остальные еще хуже. Сейчас я вам все расскажу. Как-то стоя на нашей высокой башне, я увидел, как по небу мчится дикий охотник на золотой лошади. А за ним свора его призрачных красных собак. Вот. А потом за городом упала комета. И сгорел дом палача. Понятно? Где в нашей стране увидишь еще такое? Дикий охотник, скажите тоже, кто трогал руками этого дикого охотника? Вы еще вспомните привидение вашего замка. Ну, привидений нам нечего бояться. В нашем замке привидение иногда приходит ко мне по ночам, будет меня, прикасается к моему лицу чем-то липким, холодным. Но оно делает это не со зла, мальчики. Чего я только не повидал в жизни, мальчики мои дорогие. А вот только в нашем городе. И один раз за всю жизнь я встретился с ангелом. С ангелом? С ангелом. В нашем городе? В нашем городе. Ой, ой, все сбежало. Нет, не все сбежало. Если бы я встретился с ангелом, я бы попросил его заступиться за отца Питера и за Маргарет. За Маргарет. У Маргарет, мальчики мои, столько зубов, что ни один дьявол не рискнет к ней поступиться. Я ее папашу знал. Это был настоящий воин. Вот дядюшка ее, Питер, он слишком добр. Да. Сегодня в трактире я собственными ушами слышу, как Соломон Айзекс требовал у отца Питера вернуть деньги, полученные под залог дома. Да? Ну, Маргарет, как вам сказать, Маргарет – это случайная птица в снежной метели. Ей нужно жить не в это время, не в этом городе и не среди этих людей.
сегодня сжигают старую нар. Она вылечила мою мать. Вкусные яблоки у Бранта. Теодор! Я хочу тебе сделать подарочек. Ты ведь, кажется, немножко разбираешься в латыни. Да. Молодец. Молодец. На. Вот. Это Мигель Сервет. Христианизме реституцию. Восстановление христианства. Его сожгли. А чего хочет от вас трибунал? Они хотят, чтобы я явился и покаялся. Мальчик мой, нет такой повозки, которая смогла бы увезти все мои грехи. Вот поэтому письмо трибунала я решил оставить без внимания. Я путешественник. Приехал ночью и проспал все утро. Как называется ваш город? Эзельдорф. Эзельдорф? Странно, я ехал в Эзельштадт и попал в Эзельдорф. Случается. А что здесь происходит? Сейчас сюда придут люди и будут побивать камнями. Камень? Это то, что носят за пазухой. Одни носят за пазухой камень, а другие книгу. Не бойся. Ты все время трогаешь рукой живот. Проверяешь, на месте ли то, что там у тебя спрятано. Пойдем, я хочу поговорить с этой женщиной. Это невозможно. Вторая нора объявлена ведьмой. Говорить не запрещено. Если вас увидят. Объявлена ведьмой? Ну и что? Пойдем. Нет. Ее закидают камнями, потом сожгут. Что же она совершила? Насылала полчища крыс на амбары. Портила посевы, плодовые сады. Делала женщин бесплодными. Какие глупости. Крысы потому, что не стало кошек. Посевы потому, что были гусеницы. А женщинам нужно было найти плодовитых мужчин. Видишь, как все просто. Но она сама призналась под пытками. Ее пытали? Да. Призналась не женщина, а ее боль. Пойдем. Сударь. Меня зовут Филипп Траум. Уважаемый господин Траум. Не бойся и не удивляйся. Я прорицатель. Это мое ремесло. Зачем наговорила на себя? Я всего лишь старуха. Ну, умею, конечно, боль снимать с головы, с зубов. Я ведь это все руками. Ты действительно умеешь это делать? Чего ради я буду обманывать перед смертью? Я был в пути долгую ночь. У меня очень болит голова. Покажи свое искусство. Возьми себе мою боль. Встань.
добрый юноша, встань. Сейчас сюда придут палачи. Пустое, не теряй времени даром. Ты действительно опытная врачевательница. Я никогда не чувствовал себя таким легким и полным сил. Не знаю, чем благодарить тебя. Деньги, они тебе уже не нужны. Вот. Яблоко. Боишься? Нет, я боюсь за вас. Странно. Будьте свободны, это опасно. Но ведь книга, которая у тебя за пазухой, тоже опасная. Мигель Сервет. Сервет? Это великий философ, которого сожгли на костре. Ведьма! Тебе не удалось, на дне лохматой спрятана лощина. Отчаиваться больше нет причины. Ты все найдешь. Лишь удочку забрось. Когда? Что когда? Когда забросить удочку? Ничего ты не понял, Вильгельм. Это же песня. Все жду, когда ты станешь взрослым. Но ты вырос не для меня, а для Фейертага и его трибунала. Я уже вполне взрослый. Здравствуйте, дети мои. Продаю местечко в раю. Тепленькое, тихое, сладостное и недорогое. На. Спасибо, отец мой. Что? Могу такое местечко получить и здесь бесплатно.
С этим парнем? Может быть, еще и деньги получишь. Ведьма. Береги меня, Вильгельм. Сожжете всех ведьм с фиртагом. Останетесь без жалования. Ну, кому ты еще нужен со своим почерком? Он сказал, что его зовут Филипп Траум. Этот Филипп Траум, конечно, из Индии. Там полно богачей и фокусников. Теодор Фишер. Ну вот вы и пришли. Я им рассказывала вас. Они думают, что я вас придумал. Вас нет. Как же нет? Вот я. Познакомь меня со своими друзьями. С удовольствием. Это Николаус. Здравствуйте. Сын судьи и будущая справедливость нашего города. Это Сеппи. Сеппи Вальмайер, будущий владелец трактира «Золотой олень». Лучшего во всем Бургенланде. Рад познакомиться. А меня зовут Филипп Траум, путешественник. Что вы тут делаете? Хлеб поджариваю. Нет ничего вкуснее хлеба, поджаренного на костре в окрестностях Изельдорфа. Именно в окрестностях Изельдорфа? Да. Хотите попробовать? Вкусно. А нет ли у вас еще чего-нибудь вкусненького? Цеппи, что ты прячешь в карманах? Сударь. А ты посмотри, посмотри. Да нет там у меня ничего. Ой. Орехи. А ты Николаус? А теперь ты Теодор. Сударь, это называется чудо. Настоящих чудес на этом свете не бывает. Это я точно знаю. Когда-то много лет назад, во времена моего младенчества, у меня был дядя. Он и сейчас есть, этот дядя. Так вот, он умел делать настоящие чудеса. А в нынешнее время так. Мелкое чародейство. Простые фокусы. Кто вы? Ангел. На площади я не мог тебе сказать об этом. Там было слишком людно. Господин ангел. А господин ангел, не откажите в любезности назвать свое настоящее имя. Если вы настаиваете, то я сатана. Я что-нибудь не так сказал? Сударь, вы шутите? Настоящий дьявол должен быть вот такой. А настоящий ангел, по-твоему, вот такой. Все мы в детстве были ангелами. Это уж потом жизнь делает из нас страшилищ. Если вы ангел, где ваши крылья? Если вы дьявол, где ваш хвост? Увы, ни хвоста, ни крыльев, Сеппи. Ангел и сатана несовместимы. А, по-моему, вполне совместимы, Теодор. Сударь, мы верим, что вы великий фокусник и чародей. Но то, что вы сатана, это еще надо доказать. Нам нужны доказательства. Аргументум примариум, аргументум крутис. Хорошо, я докажу. Смотрите. Вы видите, что огонь мне под властью? Вам этого мало? Больше ничем не могу вам помочь. Можете. Помогите нашему приходскому священнику, отцу Питеру, и его племяннице Маргарет. Они так бедны, а вы, по-видимому, богаты. У них совсем нет денег. Деньги, Питер, и все это вместо интересной беседы. Хорошо. Садитесь вокруг костра. Да не бойтесь же, садитесь. Род людской ничтожен и неисправим. Закройте глаза. Ни одно доброе дело не остается у вас безнаказанным.
Смотрите, не пожалейте потом о вашей просьбе. Сейчас вместо меня вы увидите любезного вашему сердцу, ненаглядного, дорогого отца Питера. До свидания, мальчики. Надеюсь, мы еще с вами увидимся. Дети, вы давно здесь? Давно, отец Питер. Странно. Почему я вас не видел? А, мы ходили за хворостом. За хворостом? Для кого? Ой, что я болтаю. Вам не попадался мой кошелек? Кошелек? Да вот же он. О, кошелек мой. Но не мой. Так он ваш или не ваш? Мой был тощий, а тут полно денег. Это ваших рук дело? А ну-ка, признавайтесь. Здесь был кто-нибудь? Здесь кто-нибудь был? Здесь не было ни одного человека, кроме нас. Я верю тебе, Фишер. Органист и сын органиста не могут врать. Давайте пересчитаем. Нет. Это не мои деньги. Я не могу их взять. Знаете, кто это сделал? Мой враг. Да у вас во всем городе нет никаких врагов, кроме Фертага. Да и у него не найдется такой кучи денег. Не знаю, может, все и так, Николаус. Но не могу я. Это деньги ваши. Мы три свидетеля, что вы нашли их здесь, в лесу, в своем собственном кошельке. Фишер, отсутствие почтения к вере – наша беда. Я слышал, что Вильгельм Мейнинг... Да. Молодой, прекрасно образованный человек впал в грех пьянства. Ну, ничего. Как только трибунал найдет человека с таким же прекрасным почерком, мы откажемся от услуг Вильгельма Мейнинга. Теодор, господин Фертаг хочет поговорить с тобой. Старый знакомый.
это ты кричал на площади? Кстати, как зовут того, кого ты выкрикивал? Филипп Траум. Филипп Траум. В нашем городе нет человека с таким именем. Это путешественник. Путешественник? Пора тебе знать, что и дети, и взрослые должны в течение 3 часов доносить в Большой Совет обо всех посторонних людях. Я не знал. Ну, хорошо. Оставим пока это. Меня интересует совсем другое. Несколько дней назад отец Питер, бывший отец Питер, якобы нашел в лесу кошелек. Теодор, ты должен все рассказать господину Фейертагу, как было. Мы разводили костер. Костер? Костер. Надо бы предложить монастырской школе провести с детьми мистерию. Сожжение еретика в изображении. Дальше. Мы хотели пожарить хлеб на костре. Кто это мы? Сыпь, Николаус и я. Жарить хлеб в лесу? Вас что, не кормят дома? Теодор. Сколько раз вы едите? 2. Утром и вечером. Дальше. На берег вышел отец Питер. Он был очень опечален утратой своего кошелька. Мы хотели ему помочь. И тут же на земле нашли его кошелек. Мы пересчитали деньги. Там было 1107 дукатов. А сын трактирщика назвал 1106? Нет, там было ровно 1107. Пусть так. Ведь прошло столько времени. И вы могли забыть, не так ли? Ведь вы могли забыть. Нет, сударь, мы не могли забыть. Когда мы шли в город, мы встретили смотрителя княжеского замка Феликса Бранта. Он при нас снова пересчитал деньги и тоже насчитал 1107. Спросить у него, он подтвердит. А тебе не пришло в голову, Теодор Фишер, что таких денег не может быть у отца Питера? И что это краденые деньги? Нет. Что нет? Кошелек с деньгами отец Питер нашел при нас. Господин органист, внушите вашему сыну, что упрямство – это грех. А упрямство в грехе – двойной грех. Проводите меня. Осторожно, здесь гнилая ступенька. Знаю. У вас все ступеньки гнилые. Прихожане скупятся на пожертвования. Благодарю, дальше я пойду сам. Скоро ты вырастешь и сам поймешь, что человеку нужно очень много мужества. Давай работать. Попробуй добиться чистоты звука. Звук должен быть чистым и звонким, как голос твоего сердца. Знают,
о его новых пытках. Растягивание на лестнице. Кобыла. Здесь можно помолиться? Молиться можно везде. Кто там? Теодор. Одни говорили, что такой человек, как отец Питер, не мог красть деньги у Фертага. Другие говорили, что лишение и голод даже святого могут толкнуть на преступление. Святого нельзя толкнуть на преступление. Тогда это либо не святой, либо не преступление. Отец просит, чтобы я отказался от показаний. И мой требует того же. Нам нужно твердо стоять на своем. Сэппи, ты не помнишь, сколько денег мы насчитали в кошельке? 1107 дукатов. 1106. Я считал последним и насчитал 1106. Когда мы считали в лодке, там было 107, а потом оказалось 106. Возможно, по дороге отец Питер потерял монету. Как ты думаешь, Сэппи, можно найти монету? Не знаю. Нам надо держаться твердо. 1106 и не монеты больше. Мать говорила, что отцу Питеру отказали в духовном суде. И епископ передал его дело в светский суд. И теперь его будут судить за кражу, как простого вора. Если бы здесь был Филипп Траум. Здравствуйте, мальчики. О, сударь, рад, очень рад видеть в золотом олене столь благородного гостя. Взаимно рад видеть Клауса Вольмайера, чей трактир известен далеко за пределами Бургенланда. Даже в Кремсмюнстере хейлиген-крейцы говорят о замечательном сидре, который подают только в этом трактире. Если не ошибаюсь, вы открыли кредит собственному сыну? Да, господин... Филипп Траум. Да, господин Траум. Мой сын умеет копить деньги. Иногда я даю ему кое-какую мелочь на сладости или заезжих комедиантов, но с условием копить, копить и копить. И вот вчера мой сын предъявил мне целый золотой дукат. Какие способности у мальчика? Накопить целый дукат. Да, сударь. Бережливость. Мать богатства. Не угостишь ли меня чем-нибудь, Сэппи? Сэппи, когда наливаешь, плечо должно быть свободно, а локоть напряжен. О! Превосходный сидр. Господин Вольмайер,
Дядюшка в тюрьме. Его обвинили в краже денег у господина Фейердага. Я пришла попросить у вас работу. Какую-нибудь стирку. Посуду, белье. Конечно, дорогая, конечно, конечно, войдем. Я умею штопать. Или, может быть, играть здесь на арфе для ваших посетителей. Накажите Фейердага. Помогите, Маргарет. Хорошо, я попробую. А с чего начать? Помогите, наказание подождет. Моль отъела краешек городского знамени. А я дала у Маргарет, пусть заштопает, постирает. А магистрат за это хорошо заплатит. Сегодня различают четыре магии. Натуралис, артифициалис, проистигитрис и демоника. Правда, Агриппа отрицал магию художества, но зато признавал математику как магию. Магия чисел захватила его целиком. Потом эта система знаков и стуков, с помощью которых якобы можно общаться с духами. Нет-нет, я не сторонник гностицизма. Это вам, как музыкантше, все потустороннее должно быть лучше известно, чем другим. А у нас тут есть один знаток потустороннего. Господин Фейертак. Он расследует дела еретиков, колдуней, ведьм, всякой нечисти. Интересные у вас глаза. Какие же? Как будто огонь горит за стеклом. Видно, что полыхает, а снаружи ничего. Потом их сжигают или изгоняют из города. Я слышал, господин Фейертак сватался к вам. Однажды он подарил мне большой букет роз, а я подмела этим букетом улицу. Зачем же вы так? Чтобы его не бояться. Он живет в полуразрушенной башне. Предсказывает войны и голод. По книгам читает судьбы людей. А Вильгельм? Вильгельм. Он как лодка. Кто сел, тот и правит. О, завтра у вас в городе будет весело. А здесь кто живет? Это дом Соломона Айзекса. Он разорил вдову Браун. Разорил нас с моим дядей. Скоро он разорит всех. Чтоб он провалился. Меня обручили с Вильгельмом в детстве. Потом он учился в Вене. Он добрый, но очень слабый. Я не знаю, как его вырвать от Фейертага. Маргарет, давайте устроим помолвку. Какая помолвка? Дядю обвинили в краже. Дом описан за долги. Пустяки. Я все устрою. Не знаю. У нас так давно не было праздника. И кто придет? Вот и посмотрим, кто у вас настоящие друзья. Маргарет, соглашайтесь на помолвку. Сударь, вы должны купить у меня тепленькое местечко в раю. Я продам недорого. Лучше бы ты мне отдал это место в дар. Сударь, увы, но такой дар по силам только спасителю нашему. Да и то за большие заслуги. Еще продавал в этом городе? Да, сударь. Я заранее населяю рай многими достойными людьми. И вы окажетесь в очень веселой компании. Не торгуй здесь больше. И убирайся из города. И раз. И раз.
два. О, Фауст, куда же ты? Отстань, бесстыдница. Надоело. Я жажду свободы. О, Фауст, не ходи к дьяволу. Иди к дьяволу. Любовь или свобода, выбирай. Душу мне отдай в залог, и сам ты станешь словно бог. Свободу, деньги, силу, славу в обмен на жалкую забаву. Как душу уберечь, коль мир грехом пропитан? И самый сладостный, о, Маргарита, 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 Маргарита! Ой. А если это увидят дети? Тут есть дети? Вальмайер, ты все хлопочешь о твердом порядке. Тут нет детей. Но откуда-то они все-таки появляются. О, Фауст мой! Печали и страдания! И грех неутолимого желания. Мне тело жгут жестокой перебранкой. Эх, как же черт ее разнес маянкой. Найду я тебе другого жениха лучше этого. Жених любой мне будет, кстати. Пускай поспит в моей кровати. Жених любом сгодится деле. Пойду стелить ему постель. Кривляки. Я одна, я бедна, его грехом соблазнена. Откупись от девки. Откупись от этой клячи. Я три царства дам в придачу. Написал донос Всевышнему на Адама и Еву. Наверное, тогдашний господин Фейертаг. Он существовал всегда. Это дьявол существовал всегда. К чему такие слова? Наконец-то пришли наши самые уважаемые гости, отцы города и наших славных детишек. Очень рад, господа. Весьма вам признателен за то, что не отказались прийти на помолвку этих милых молодых людей. Очень достойно с вашей стороны, господа. С вами мы уже знакомы, с вами еще нет. Добрый день. О, прелестно, прелестно. Сочинение для арфы и голоса. Малютка замерзла в жестоком сугробе. Очень трогательно. А это? Это пивная кружка. Конечно, для вас, Вильгельм. Прошу. Господа, прошу вас всех за наш скромный стол. Прошу, господа. Спасибо, господин судья. Прошу вас, господа. Наши чудесные мальчики, мои друзья, садитесь за стол со своими отцами быстренько. Хорошо воспитаны, рассудительны, очень понятливы. Надеюсь, станут достойными гражданами вашего замечательного города. Прошу вас, господа.
Урсула, налейте гостям вина. Нет слов. Я должен извиниться, господа, за столь скромное угощение. Вы, конечно, привыкли к другой пище. Кого-то у нас не хватает за столом. А, да, конечно, господин Фиертак. Странно. Он слывет обычно очень пунктуальным человеком. Действительно странно. Урсула, вы отнесли наше приглашение господину Фиертагу? К чему такие слова, господин Траум? Значит, задержался в пути. Все равно, господа, чрезвычайно рад. Почти свадьба. Почти праздник. Хохцайт. Праздник праздников. Такого не бывает. Чего не бывает? Праздник праздников? Бывает, господин судья, поверьте. Я долго путешествовал по свету. Много лет провел за научными занятиями. Я тройной доктор. Утриникуа инрис эт медицины. Гражданского, канонического права и медицины. Да и сегодня здесь присутствуют три свидетеля помолвки. Праздника праздников. Господин органист, как посланец небес. Спасибо. Вы, господин судья, да, как да. Представитель закона. И господин Вольмайер, свидетель бренности. Правда, отсутствует господин Фиертак, свидетель преисподней. Но мы его не будем ждать, угощайтесь. Вот окорок, гусиный паштет, сам гусь. Это фрукты, дети, для вас. Пробуйте вино, господа. Мне специально ночью доставили его из Вены. Вот видите, оно называется «Слезы святой Маргариты, искушаемой ангелом». Позвольте. Святая Маргарита Антиохская была искушаема дьяволом в образе огнедышащего дракона. Как и вы, господин судья. На вас не угодишь. То это вам неверно, то другое не подходит. Позвольте, сударыня. Чтобы вы не подозревали меня в черной магии, я вам покажу простейший фокус, который знаю с детства. А потом объясню, как это делается. Оп! Это очень просто. Нет слов. Когда-то я учился у Агриппина Тезгеймского. Агриппин Тезгеймский давно умер. Как сказать, господин судья? В прошлую Пасху я был у него. И подарил ему замечательного пса. Это был пес по кличке Монсеньор. Домашний демон Агриппы. Не пей! Не пей, прошу. Это привораживающее зелье, оно внушает дьявольскую любовь. Да здравствует привораживающее зелье. Что здесь происходит? Зачем меня заманили в этот вертеп разврата? А, господин Фиертак, я вижу, спектакль с вашим участием на площади уже закончился. Очень рад. Очень рад, что не погнушались посетить нас. Вот ваше место. Наслышан о вас. Наслышан о вашей громкой славе, что готов тотчас же донести вам на самого себя. Филипп Траум. Это ты его звал на площади? Ну что ж, я поздравляю молодых. А это откуда? Весенний виноград, господин Фиертак. Евангельская ягода. Поверьте, обыкновенный виноград. И никакой магии, никакой демонологии. Я не навожу туманов и дождей. Не обеспложиваю женщин. Не выкапываю трупов младенцев. Более того, я не сжигаю бедных женщин, обвиненных в ведовстве. Возлюбите справедливость, судьи земные.
А знамя города почему здесь? А, это... А это личное знамя святой Маргариты. Господин Фертак, а вы пришли с господами актерами или один? Нет, я пришел один. Чтобы своими глазами убедиться, что здесь вертеп зла, беззакония и ведовства. О, успокойтесь, успокойтесь, господин Фертак. Ваша великая ученость, ваш актерский талант позволяет вам и не такое. Лучше выпейте с нами вина, прошу вас. О. Урсула! Я здесь. Кувшин. 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 Грядущим судить живых и мертвых, заклинаю. Повинуйся мне немедленно. Духи проклятые, духи злые, духи изгнанные, низвергнутые, вам повелеваю. Изыдите все сотворившие неправое. Прочь, коварный дух! Оказывается, вы плохой актер, господин Фертак. Вам никогда не прочесть добротной проповеди. Вы все делаете неправильно. Надо так. Изыди, злой дух, полный кривды и беззакония. Изыди, исчадие ада, изгнанник среди ангелов. Изыди, змея, супостат хитрости и бунта. Изыди, сын тьмы и вечного подземного огня. Больше веры собственным словам, господин Фертак. Больше веры. Изыди, негодное животное, худшее из всех существующих. Изыди, вор и хищник, полный сладострастия и стяжания. Прочь, кабан! Вильгельм. Да. Сейчас. Я сейчас вернусь. Надо же объяснить ему, что все это были только фокусы. Всех добрых людей в нашем городе. Он очень красив, добр и справедлив. Он всегда весел, остроумен и обходителен. Он очень благороден и честен, дядюшка. Но тогда откуда он взял всю эту великолепную еду? Он странствующий чародей. Мне так приятно, малышка, верь в чудеса. Чародеи, они ведь такие же люди, как и все, они смертны. На небесах вот и чудеса вершатся. Холодно тебе здесь? Нет, нет, мне не холодно. Мне кажется,
Он очень, очень, очень хотел устроить все как можно лучше. А пропуск в тюрьму? Это тоже он. Видишь, как он добр. А потом ворвался этот дурак Рейнмар Фейертак и стал кричать, чтобы я не пила вина. Вот оно, попробуй. Как сумасшедший он кричал, не пей это привораживающее зелье. Может быть, Фейертак прав? Разве не вкусно? Очень. Значит, действительно привораживающее. Потому что я выпила и теперь только и думаю о Филиппе Траум. 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 Красивое имя. Конечно. Только такой человек, как он, может иметь имя, которое означает мечта. Траум на любом немецком наречии еще означает сон. Твое имя? Кристина Вюрцбург. Жена судьи Вюрцбурга. Да. Кто еще живет с тобой в доме? А у меня есть сын, его зовут Николаус. А бывала ли ты когда-нибудь в княжеском замке? Да, я бывала там. У смотрителя Феликса Бранта я брала лекарство, когда болел мой муж. А из чего было приготовлено это лекарство? Ну,
Были в этом лекарстве сок опихи, волкозуб, жбаник или послен? Я не знаю. Это лекарство я втирала мужу в ноги и помогала. Феликс Брандт сам изготовлял эти мази или получал от кого-нибудь другого? А он получал эти мази из Вены. Из Вены. А скажи-ка ты нам, Кристина Вюрцбург. Слышала ли ты в замке какие-нибудь странные звуки? Посторонние или потусторонние вздохи? Стук в стены и пол? Нет, я таких звуков не слышала. Не слышала. Феликс Брандт говорил о привидениях? Да, он рассказывал. А какого вида были эти привидения? Или одно из них? В виде прекрасной женщины. Видела ли ты своими глазами такое привидение? Да, один раз я видела. Я пришла к Феликсу Брандту за лекарством. Его не было, и у камина в кресле сидела прекрасная женщина. И ты могла рукой коснуться этой женщины? Нет, она исчезла. Как она исчезла? Как пар или как туман? Как туман. Кристина Вюрцбург, ты говоришь истинно. Твои показания совпадают с показаниями других очевидцев и свидетелей. Бывала ли ты когда-нибудь в доме священника Питера Арингофа? Да, я бывала там. Скажи, Кристина Вюрцбург, видела ли ты в доме священника какие-нибудь длинные палки, метлы или грабли? Да, я видела. Метлу и грабли. Могла ли ты подумать, что эти орудия можно было бы использовать для полета на шабаш? Нет, я не подумала. Я не подумала об этом. Племянница, священника говорила тебе о чем-нибудь странном. О каких-нибудь видениях. Да, она говорила, что она видела себя во сне птицей. Какой птицей? Белой. Говорила ли она тебе о каких-нибудь демонах или духах? Я не помню. Хорошо, Кристина Вюрцбург. Очень хорошо. Когда вспомнишь, придешь? И последний вопрос. Веришь ли ты, что дух тьмы может принимать облик ангела света или облик прекрасного юноши? Да. Ты свободна. Вильгельм. Сегодня же составить формулу приказа к побиванию камнями Феликса Брандта в изображении. Пока в изображении. А уж потом мы займемся этой ведьмой Фогельвейда. Рейнмар. Похоть власти погубит тебя. Не трогай Маргарет. Маргарет? Маргарет. Сначала я вырублю всех тех, на кого она может опереться. А уж потом. Итак, что у нас дальше? Письменный донос. На фокусника и чародея. Как его имя? Траум. Филипп Траум.
Не выпускать из города. Разослать письма с описаниями примет, а пока не выпускать из города. Сударь, пожалуйста, у нас нет с собой кристалла и кремня. Разожгите огонь. А вы попытайтесь сами. Возьмитесь за руки и все вместе произнесите волшебные слова. Лжи и страха враг огонь, появись, а нас не тронь. Лжи и страха враг огонь, появись, а нас не тронь. Вы пошутили над нами, сударь? Нет, я не шучу над людьми. Значит, вы кого-то боитесь. Может быть, Фейертага? С вами мы никого не боимся. Значит, где-то притаилась ложь. Ее нужно выманить. Теодор, ты никого не обманывал? Ты Николаус? Как можно, сударь? Тогда попробуйте еще раз. Лжи и страха, враг огонь. Появись, а нас не тронь. Что же ты, Сеппи? Это я взял один дукат из кошелька отца Питера. Сударь, вы не сатана, раз вы призываете к бесстрашию и правде. Бесстрашие и правда часто служат не только добру. Чтобы это понять, тебе может не хватить целой жизни. Значит, можно попытаться жить быстрее? Интересная мысль. Как ты себе это представляешь? Очень просто. Вот птица может лететь быстро или медленно. Или река течет то быстро, то медленно. Значит, и человек может жить быстрее или медленнее. Не надо пытаться жить быстрее, Николаус. Мой тебе совет. Здравствуй, Николаус. Ты хорошо рисуешь. Здравствуйте, сударь. Входите. Что вы там? Спасибо. Мне отсюда удобно наблюдать, как ты работаешь. Мне нравится смотреть, как ты создаешь новую жизнь. Какой-то другой мир. Скажи, а что ты рисуешь? Я рисую наш город. И всех нас. И вас, сударь. И даже старую Нар, хотя она сгорела на костре. Но пусть живет здесь, у меня на рисунке. Верно, старая Нар сгорела на костре. И ты уже больше ничем не поможешь. Вы-то могли ей помочь. Вы-то могли ее спасти. Скажи, Николаус, любишь ли ты Ферлим Бримбрейкера? Я не знаю человека с таким странным именем. Я тебя не спрашиваю, знаешь ты или не знаешь, а любишь ты или нет. Я не люблю Ферлим Бримбрейкера. То есть ты хочешь сказать, что если бы узнал, что вчера в каком-то городе сожгли Ферлим Бримбрейкера, ты спал бы спокойно и сегодня не захотел бы его нарисовать? Да. Ты честный мальчик, Николаус. Ты ответил на мой вопрос. Но вы не ответили на мой. Отвечу. Ферлим Бримбрейкера не существует. Я его придумал сам. Но он ведь вполне мог существовать. А вот старая Нар существовала, а теперь ее нет. Видишь, как странно у вас у людей.
То вы есть, то вас нет. То существуете, то не существуете. Поэтому в сущности какая разница? Значит, вы не любите людей? А они себя любят. Вот ты, например, веришь, что Нар была колдуньей? Не верю. Тогда почему же ты не боролся за ее спасение? Я еще ребенок, сударь, и долго еще буду ребенком. Хорошо, тогда рисуй Нар. Собора. Я здесь как букашка. Где Николаус? Отец закрыл его дома и никуда не пускает. Скоро суд над Питером. И Вюртемберг-старший не хочет, чтобы его сын стал свидетелем. Но ведь только мы знаем, что Питер не крал этих денег. Только мы. Теодор, нам никто не поверит. Разве можно просто так дарить 1000 дукатов? Осторожно, кролик, пробегай. Здесь гнилая ступенька. А все потому, что прихожане скупятся на пожертвования для того, чтобы привести в порядок храм. Осторожно, прошу вас. Вот сюда. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте. Здравствуйте. Маргарет знакомит меня с музыкальной жизнью Эдельдорфа. Сама она прекрасно играет на арфе. Это мы уже слышали. Звон часов на ратушной башне мы тоже прослушали. Теперь орган. Ты, Сэп, я вижу, решил стать органистом. Ну что вы, сударь? Мне медведь наступил сразу на 2 уха, когда я спал в лесу. И теперь я ничего не слышу, кроме пения сковородок. И звона монет? Вы правы, сударь. Я отдам этот дукат. Посмотрим, посмотрим. Маргарет, орган сложнее арфы? Не думаю. Все те же 7 нот. Но только женщин не допускают к этому могучему инструменту. Тут надо быть мужчиной. Теодор. Покажи нам, какой ты мужчина. Сударь, я не очень хорошо играю. Это сложный инструмент. Играть на нем все равно, что обнимать руками землю. Или хотя бы этот собор. Ну, что я говорила? Что делает звук, когда оказывается на свободе? Когда он вырывается из тюрьмы органа? Плывет. Летит. Звук летит. Если ему есть куда лететь, так летает птица. Правильно, Маргарет. А как летает птица? Машет крыльями. Нет, Сэппи. Она набирает полную грудь воздуха и смотрит вдаль. Без этого она не сможет полететь. И ты, Теодор, набери в сердце гордости и смотри в будущее. Как это? Очень просто. Положи руки на клавиши. Закрой глаза. Вот так. Теперь представь, что руки твои, 2 большие птицы, они собираются лететь сами по себе. Представил? Теперь набирай в сердце гордость и забывай. Забывай, всех забывай. Мне это трудно, сударь. Мне приятнее вспоминать тех, кого я люблю. Ну хорошо, вспоминай отца, мать. Питера, Бранта, Николауса, всех. И вас. И меня. Ну, начинай. Начинай же. Thank you.
Я устал, сударь. Я очень устал. Мне показалось. Я улетел так далеко. Я боялся, что не успею вернуться. Вернуться? Зачем тебе возвращаться? Разве ощущения этого полета тебе недостаточно? Здесь отец, мать, все, кого я люблю. Здесь на площади сжигают ведьм и колдуней. Разве ты не видел лица этих людей, которые шли сжигать старый нар? Нет, ты не видел. На их лицах была ненависть. Оборотная сторона страха. Громче остальных кричали те, кто боялся больше всего. А Фертак кого-нибудь боится? Нет, он боится, что однажды люди его перестанут бояться. И тогда он опять превратится в обыкновенного господина Фертага. Вполне скучного, унылого субъекта. А пока он... Помогите отцу Питеру. Да, пожалуйста, милый, дорогой. Маргарет, почему ты не просишь за своего дядю? Ну, мальчики, что может сделать господин Траун? Да ты даже не знаешь, кто это такой. Да это же... Нет, 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 что ты, Сэппи. Маргарет, так, мелкое чародейство, фокус. Но могу предсказать ваши судьбы. Вот, послушав игру Теодора, я могу с уверенностью сказать, что он будет замечательным органистом. А кем стану я? Ты будешь самым знаменитым трактирщиком во всем Бургенланде. А что станет с Маргарет? С Маргарет? Не знаю. Судьба Маргарет таится в такой глубине, что у меня не хватает духу туда заглянуть. Хотя, возможно... Нет, не знаю. Филипп Траум. Вы должны помочь и Маргарет, и отцу Питеру. Что станет с отцом Питером? Мне кажется, что отец Питер будет счастлив. Тогда он будет очень счастлив, как никто в этом городе. А Николаус, конечно, будет судьей. Николаус? Я слышу звук его жизни, довольно печальный. Сегодня он проснулся на 3 минуты позже обычного. И линия его жизни незаметна, но очень сильно изменилась. Он побежит спасать соседскую девочку, Лизетту Браун. Простудится в реке. И 45 лет пролежит в параличе. Как? Траун, милый, добрый Траун, великодушный чародей. Сделай так, чтобы этого не произошло. Хоть ты называешь меня великодушным чародеем, это трудно. Поверь, я рассмотрел 1000 вариантов судьбы Николауса. Мне ваши шутки кажутся глупыми. Так про хороших людей не шутят. Филипп Траун, сделайте что-нибудь для Николауса. 45 лет паралича – это ужасно. Хорошо, паралича не будет. Здравствуй, Николаус. Как мы рады, что ты дома. Меня никуда не пускают. И прекрасно, сиди дома. Мы принесли тебе подарки. Вот обломок турецкой сабли. Вот рыболовные крючки. Правда, они немножко заржавели у меня. А я свои подарки принесу завтра. Мы полетим над городом! Мы полетим в горы! Мы полетим над городом! Мы полетим в горы! Сушится его хвост. Я сейчас. Ну вот видишь, все хорошо. Травма просто напустила на страху.
А вот он, Филипп Траум. Это я. Это ты. Это отец Питер. Смотри, это Маргарет. А вон твой трактир. А вот. Смотри-ка, Фертак. Не похож. Может быть. Вот он, смотри, какой Фертак. Похож, похож. Здравствуйте, мальчики. Вот это змей, так змей. Сколько он над ним трудился. И ведь начал на рассвете. А закончил вот сейчас, прямо перед вашим приходом. Ники сам его расписал. По-моему, неплохо. Правда, церковь, конечно, не очень хорошо. Но зато взгляните, какой мост, а? Каждый сразу скажет, что это наш мост. Он велел принести мне сюда хвост. Ой, господи, уж столько времени я тут с вами. А где Николаус? А... Он сейчас вернется, он вышел на минутку. Вышел? Да. А к нам зашла фрау Браун и говорит, что дочка ее куда-то запропастилась. И она очень волнуется. И я и говорю Николаусу, что хоть отец и запретил выходить тебе из дому, а ты пойди поищи Лизу. Что это вы такие бледные, это мальчики? Что с вами? А? Фрау Вюрцбург, мы пойдем. Да что это с вами? Вы не больны? Ники сейчас придет, и он очень обидится, если вас не застанет. А давайте, знаете, что сделаем? Давайте дорисуем на змее то место, которое Ники не успел дорисовать. Договорились? Мы пойдем, фрау Вюрцбург. Нет, мальчики. Я же вижу, что с вами что-то происходит. Оставайтесь здесь и не двигайтесь. А я вам сейчас принесу яблочной водички. Обещал. Сэппи. Он ведь мне обещал, что паралича не будет. Он сатана, Сэппи. Он, конечно, сатана. Думаю, сударь, башмаки вам уже не понадобятся. Ой, простите, ему уже не понадобится. Он там прибежите.
Ну что, мальчики, весна, а? Скоро мы отправимся ловить дроздов. Будем их подманивать так вот. Ну, вы умеете плести сети, а? Нет, вы не умеете плести сети. Когда ты подрастешь, Сеппи, я подарю тебе свою кофейную мельницу и мешок настоящего кофе. И научу тебя 40 рецептам приготовления кофе. С солью, с корицей, с лимоном. Ну, с молоком, с травками. Есть еще много других. А тебе, Теодор, я подарю часы, которые висят у меня на стенке и частенько напоминают о смерти. Моментом мори. Моментом мори. Чего хотят люди, бросающие камни? Чем больше я думаю об этом, тем страшнее мне становится жить с ними. Вы доктор диалектики. О чем говорит ваша диалектика? Диалектику придумали люди. И она исправно им служит. А вот камни — это пустое, мальчики. Пустое. Камни — это рвение от невежества. Я не хочу жить среди людей. Не торопись. Не торопись вслед Николаусу. Хороший был мальчик. Филипп Траум жесток, и поэтому я не люблю его. А при чем тут Траум? Как при чем? Да мы же его просили. Да что может, скажите мне на милость, это обыкновенный странствующий чародей. Ничего он не может. У каждого человека своя судьба. Я помню, моя бабка говорила мне, говорила: «Феликс, ангел мой, это я ангел, если ты вздумаешь развязать узел предопределения, то затянешь узел на своей собственной шее». Если судьба человека предопределена, тогда человек ничтожен на этой земле. Ну ладно, поговорили. Сейчас начнется суд над Питером. Меня вызвали как свидетеля, а вас? Мы не можем быть на суде. Мы еще маленькие. Ну? А тем более нас не три, а два свидетеля. И Филипп Траум куда-то запропастился. Превратил бы он Фертага в крысу. Или отправил на обратную сторону Луны считать звезды. Чудес не бывает, мальчики. Бывает только судьба. Вчера в трактире говорили, что Маргарет колдунья. Ну? И кто-то видел и сумел доказать в трибунале, что она полетела на шабаш. Это вранье. Это вранье. В такое время года, да еще перед Пасхой, ведьмы не летают. Они спокойненько сидят дома и ляжут. А где пролетал дикий охотник? А он вот оттуда летел. На нем был красный плащ, перья красные на шляпе. Синие лошади, и за ним мчала свора диких, тощих красных собак. Свидетель Брандт, займите место в первом ряду. Рассмотрел обстоятельства дела по обвинению священника Питера Айронгофа, который в настоящий момент по состоянию здоровья не может находиться у нас в заседании, в краже 1107 дукатов у господина Фертага, председателя духовного трибунала. Суд во всех подробностях ознакомился с настоящим делом.
На месте защиты нет второго заявленного свидетеля, то есть свидетельницы. Господин Фертак. Как у вас появились эти деньги? Я указывал в иске. Эти деньги, 1107 дукатов, я собирал аскетическим воздержанием, постом и молитвой в течение 10 лет. Намеревался часть этих денег использовать на строительство памятника независимости Эзельдорфа. Мое заявление о том, что деньги были украдены и присвоены бывшим священником отцом Питером Айрингофом в качестве находки, основано на том, что, во-первых, вышеназванный Айрингоф очень сильно нуждался в средствах, и даже дом его был заложен за долги. И прошу заметить, долг этот должен был быть возвращен именно в тот день, когда были похищены деньги. И во-вторых, Питер Айрингоф, как это подтверждается решением епископата, и ранее допускал заявление относительно триединства и таинства крещения детей. А значит, и в других случаях мог поступать по наущению дьявола. Свидетельство мальчиков о том, что они видели, как Айрингоф нашел кошелек в лесу, не могут приниматься во внимание по двум причинам. Этих мальчиков теперь не трое, а двое. Их словам нельзя доверять из-за отсутствия справки о конфирмации. И потом, Питер Айрингоф с целью сокрытия кражи мог заранее подбросить кошелек и лишь потом как будто бы обнаружить его. Дополнительные доказательства изложены мною отдельно. Что может сказать адвокат в защиту обвиняемого? Господин судья, господа члены совета, как секретарь трибунала, я доверяю господину Фейертагу в вопросах веры и нравоучения. Но как адвокат, я не вполне убежден в виновности отца Питера, известный своей терпимостью и добротой всему городу. Отец Питер никогда не копил денег. Но для меня, который с детства знает отца Питера, под чьим благотворным влиянием воспитывался я сам и мои сестры, для меня несомненно. Не отвлекайтесь от сути. Каковы ваши доказательства, что спорные деньги не были украдены, а были найдены? Это видели мальчики. Они помогали Питеру Айрингофу считать деньги. Следовательно, Питер Айрингоф не мог заранее знать, сколько денег находится у него в кошельке. А за слов господина Фейертага он сам назвал ему эту сумму. При подсчете найденной суммы одна монета была утеряна. Минутку. Пожалуйста. Господин судья, прошу вашего разрешения допросить свидетеля Вольмайера. Останьтесь, господин Вольмайер.
Господин Вольмайер, 3-го дня вы присутствовали на помолвке в доме Питера Айрингофа? Да. Кем вы были туда приглашены? Я был приглашен туда знатным путешественником Филиппом Трауном. Кто устраивал эту помолвку? Эту помолвку устроил названный выше господин Траум. Расскажите нам историю с вином. Это когда господин Фиертак пытался налить вино из бутылки. А оно текло, текло, не переставая, как будто бутылка была бездонной. Дальше, дальше. А дальше служанка выплеснула все за порог. И в этот момент? А, и в этот момент как ударит землетрясение. Вот! Господин судья, Вольмайер, вы свободны. Господин судья, и вы все, кого я всегда призываю укреплять истинную веру и разрушать козни дьявола, вы все стали свидетелями дьявольского наваждения и волшебства. Землетрясением был разрушен дом известного гражданина Айзекса. Души невинных вопиют о мщении, господин судья. И вы, члены совета. Я представил вам доказательства сношения с дьяволом. Смотрителя замка Феликса Бранта и племянницы Питера Айрингофа. Эти разоблачения подтверждены свидетелями и закреплены подписью секретаря трибунала. Вы подписывали эти свидетельства? Что? Я говорю, вы подписывали эти бумаги? Да. Хорошо, садитесь. Феликс Брандт. Я здесь. Ваше имя, год рождения, род занятий. Феликс Брандт, 1520 год. Тот самый Брандт, который отличился во время турецкого штурма? Да, господин судья. Похвально. Род занятий. Смотритель замка князя Абенсберга. Что скажете по существу дела? В указанный в деле день я встретил возвращавшихся из лесу мальчиков и отца Питера. Подождите, почтеннейший. Сначала мы разберемся лично с вами. Вот здесь представлены письменные доказательства ваших сношений с еретиками, привидениями, чародеями. Как же вы дошли до жизни такой? Господин судья, мои грехи – это мое личное дело. И дело моего духовника. Отнюдь. Фрау Вюрцбург есть в зале? Вы подтверждаете, что господин Брандт общается с нечистой силой, посему не может выступать в качестве свидетеля в светском суде? Подтверждаю.
Вы подтверждаете, что девица Фогельвейде также общается с нечистой силой и посему не может быть свидетелем в светском суде? Подтверждаю. Вы подтверждаете, как жена городского судьи, что чародей Филипп Траум не числится среди жителей Эйзельдорфа, а является на самом деле злым духом во плоти? Подтверждаю. Спасибо, фрау Вюрцбург. Ну что ж, вопрос ясен. Свидетелей защиты прошу покинуть зал суда. А дела их передадим в духовный трибунал, пусть там разбираются. Филиппа Траума сыскать и арестовать. Господи! Да чего мне всех вас жалко? Оставайтесь тут со всеми вашими скучными судами, унылыми кострами, со всей вашей ненавистью, которая затопила души ваши и сердца. Я не вижу человеческих лиц. Куда девались нормальные, добрые человеческие лица? А более остальных мне жаль тебя, Рейнмар Фиртак! Тебя родила не женщина, а навозная куча! Ты сжег мою бабку, засадил в тюрьму дядю. Готовишь костер для меня. И вот теперь я сирота. Круглая сирота. И делать мне тут с вами, в вашем вонючем городе, на этой вашей земле больше нечего. Я тут слышал, что господин Фейертак копил эти деньги 10 лет. Да! Аскетизмом, постом и молитвой. Тогда позвольте мне взглянуть на них, пока меня не упекли в трибунал. Те ли это деньги, которые я считал тогда с мальчишками? Прочь! Не трогай! Да, это те деньги. Я узнаю их. Только они не могли принадлежать господину Фейертагу. Они не могли принадлежать господину Фейертагу. Он лжет! Посмотрите, год чеканки. Они отчеканили в этом году. Полководец мой. Готовь войска, побег! Дети мои, подданные мои, у каждого из вас есть один только долг. Долг перед собственной совестью. Мое королевство будет самым справедливым, самым счастливым. Запомните это! Запомните это! Благодарю вас!
благодарю вас. Кого он благодарит? Своих подарок. Спасибо, 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 детки дорогие. Вы не хватит. Пошли прочь, негодники! Тише! Перестаньте! Ваше Величество. Ну что, добрый человек, от короля ты хочешь? Проси всего, проси. Лесов, Бугози, Пашин. Альберт! И радует твою душу другая какая-то награда. Ты помнишь, мы хотели играть трагедию сумасшедшего короля? Помню, помню. Он нам подойдет, чтобы играть безумных королей. Ну, повтори-ка за мной. Я прокляну всех дочерей своих за ложь любви. А, ну я проклял, ну всех дочерей своих за ложь любви. Хорошо, поехали, ваше величество. Карета подана. Поехали. Прошу, садитесь. Прошу. Трогай. Поехали. Почему ты не хочешь взять меня с собой? Я уже со всеми попрощалась. Я буду ласковой, верной, послушной. Я буду такой, как ты захочешь. Ведьмой или святошей. Бедная Маргарет. Все это твои видения. Нет ни меня, ни тебя, ни жизни, ни смерти. Есть только одна беспощадная мысль, летящая сквозь холодное бездушное пространство. Нет. Твоя рука теплая. Значит, ты есть. Но ты не здесь, не со мной. Ты не знаю, где. Возьми меня с собой, иначе я погибну. Это не мое время. Это не мой город. Это не мои люди. Здесь все чужое. Никого достойнее и сладостнее в мире ты не найдешь. Никто на свете не сможет полюбить тебя так, как я. Ну, возьми меня с собой, Филипп Траум. Ну, скажи «да», и мы будем далеко-далеко. Больно. Если ты оставишь меня здесь, я стану приходить в твои сны и буду мучить тебя раскаянием и жалостью. Твоя жизнь станет адом. Она и сейчас не рай. Ты подумаешь до вечера. У тебя нет другого времени думать и решать. Ни столетий, ни вечности. Только до вечера. Когда колокол ратушной башни начнет отбивать 5 часов вечера, я жду тебя здесь. Смотри, Бран, он возвращается в замок. Значит, суд кончился. Знаю. Как ты можешь знать, если не видишь? Знаю. Отца Питера оправдали. Как ты можешь знать? Знание не всегда поддается объяснению. Траум, вы здесь? Где Траум? Сейчас он появится перед тобой. Из ничего. Зачем мне появляться? Я и так могу с вами разговаривать. А впрочем, видите на дороге того пройдоху? Что это ему нужно от вас? Надо появляться, а то без меня он вас чего доброго обидит. Сударь! Сударь!
Осталось одно, последнее, райское место. Продам недорого. Дешевое место в раю. Представляю себе, как это выглядит. Вместе с господином Фейертагом? Нет. Если бы для меня одного. Рай для одного – это ад. Но ведь рай для всех – это тоже ад. Ну, пусть будет так. Тогда я подарю это место вот этому мальчику. Возьми. Возьми, малыш. Тебе оно может пригодиться. Я вижу, Теодор, ты сегодня настроен решительно. Что с тобой? Хочешь, чтобы побыстрее сгорело? Пожалуйста. Теодор, это же последнее место в раю. Пусть оно останется незанятым. Ты сердишься на меня? За что? Вы всегда правы, на вас опасно сердиться. Представляю, как радуется отец Питер. Мы теперь снова можем ходить к нему в гости. У него водятся восточные сладости. Отца Питера нет в городе. Почему? Он уехал с театром. Он будет теперь играть императоров, королей. Это лучшие роли для отца Питера. Теперь он окончательно счастлив, как вы и просили. Он безумный. Бедный Питер. Почему бедный? Счастье вообще своего рода безумие. Теодор, ты все молчишь? Что я могу сказать вам, сударь? Вы опять всего лишь исполнили нашу просьбу. Прости меня, Теодор, я пытался делать добро, правда? Вы слышите в городе шум? Это Фейертаг поднял весь город и идет казнить огнем старого Бранта. Теодор, ты мне пожелаешь что-нибудь на прощание? Прощайте, сударь. Мне вас жаль. Я желаю вам когда-нибудь хорошенько помучиться любовью к людям. Вам пора, сударь. Спасибо, Теодор. Пожалуй, на твой счет я еще раз ошибся. Философом ты станешь много раньше, чем агонистом. Предупредить Бранта. Он успеет оседлать лошадь и уехать. Ты с ума сошел? Ты же погибнешь. Сэппи, дружок. Я тоже боюсь, мне очень страшно. Но если нельзя спасти всех, надо попытаться спасти хотя бы одного. Теодор! Я не могу идти! Я, кажется, вывихнул ногу! Идет. Они идут сюда с факелами. Теодор, кружки.
Будем пить кофе по моему лучшему рецепту. С корицей, лимонным соком и разными пряностями. Брандт, Фир так идет сюда с толпой своих фанатиков. Он хочет сжечь тебя. Неугомонный. Он плохо кончит свои суетные дни. Старый дуралей. Мементо. Очнись ты. Он сожжет тебя вместе с твоим жалким барахлом. Тебе надо бежать. Солдаты бегают только на врага. Надо поднять мост и опустить решетку. Кто умеет заряжать пушку? Мост давно прогнил, а решетка проржавела. Мой меч. Меч. Копье. Копье. Горячую смолу. Соломы. Его сожгла молния. Это видели все. Нельзя служить Богу и одновременно заниматься обманом, мучить людей. Справедливое знамение. В том, что утонул мой мальчик, я не вижу никакой справедливости. Но и Теодор уже третий день не возвращается домой. Я была в замке, хотя люди и боятся туда ходить. Двери настежь, замок пуст. Ни Теодора, ни Бранта, ни Маргарет. Один ветер. У вас еще есть надежда. Да, эти беды свалились на наш город. Потому что здесь появился и исчез этот черномазый коротышка Филипп Траум. Черномазый коротышка? Он был рыжий, как лиса. И длинный, и худой, как жердь. Кто? Филипп Траум. Не совсем верно. Он был высок, это да, но при этом был лысый и толст. Нет, это был солидный бородатый мужчина. А на лбу... маленькие рожки величиной с гороховый стручок. Филипп Траум был благородный юноша. С золотыми волосами и голубыми глазами. Вы скоро снова встретитесь с ним. Потому что я слышал, в наш город приехал новый председатель духовного трибунала. Вместо Фиртага.
Thank you.